Ну ничего себе! Это же и королева! Вот это да! Ладно, так, хорошо. Мультипульти представляет «Монстры против вампира». Привет, ребята, меня зовут Крылатый Дьявол. И сейчас я сражаться буду против монстров. Так вот я стреляю. Вот они появились. Начинают меня атаковать. Я, конечно, не ангел. О, поползли. Сейчас мне придется сразиться с огромной ордой монстров. Ура, так. Сначала первые вот эти ушастики летят. Стреляем. А вон и ползунки. Отлично, идем дальше. Первый уровень прошли, так нажимаем. Ух ты, ничего себе. Это же железный человек. Главное, чтобы он по мне не попал. Вот так вот. Не попал. Стреляем. Охота на монстра продолжается. Он что-то сказал, я правда не понял. Ух ты, опять что-то говорит. Недовольный какой-то. Можно сказать, он какой-то злой. Мне главное попасть своим ужасным смертельным снарядом. Черепушечкой. Ух ты, как он пугает. Железный человек, ты получишь. Сейчас я попаду по тебе. Бум, попал. Продолжаем, ребята. Если вы заболеете за меня, за Крылатого Дьявола, поставьте палец вверх. А если болеете за монстров, поставьте палец вниз. Я продолжаю. Сегодня у нас охота. Они, это огромная куча монстров, вышли, чтобы сразиться со мной. О, кошечки нападают. Так, собираем звездочки. Стреляю. Ого, сколько их. Жизнь. Забрали жизнь. Классно. Отстреливаем. Ох ты, ничего себе, как их много. Получите. Мой смертельный заряд. Бум. Отлично. Стреляем. Классно. Фух, так. Отбили уже пятый напор. Они все летят. Нет, ничего. Мне хватит на мой снарядиков. Это... Все против одного, так нечестно. Поэтому я с вами сейчас как раз делаюсь. Летим. Ух ты, как вы прям вверх стреляют. Вот эти, да, ползунки. Ребята, самое главное в этой игре, чтобы они по тебе не попали. Если они попадут, они ничего не сделают. Ой-ой-ой. Фух. А то я заговорился с вами. Разговорился. Так. Влево, вправо. Вправо, вверх, вниз. Так. Опа. Промазали. Бум, получите. Фух, да. Ух ты, посмотрите. Свинья. Такая симпатичная. Я сейчас и с ней разберусь. Стреляем. Вот она. Вот эта свинка. Кого-то она мне напоминает, ребята. А вам эта свинка никого не напоминает? Ну что, свинка, держись давай. Сейчас с тобой разберется Крылатый Дьявол. Ух ты, как она стреляет. Какими-то синенькими шариками. Самое главное, чтобы не попало. Ой-ой-ой. Так, двигаемся. Давай, свинка, ну что ты такая? Не можешь попасть. Вообще не можешь попасть по мне. Ну, давай же. У нее какой-то двигатель. Опа. Давай, ну, свинка. Ну, попади хоть разочек. Попади. Ой-ой. Опля. Не можешь попасть. Ох ты, как оно. Нервничает. Бум. Ой-ой, зацепило меня чуть-чуть. Но ничего, это не страшно. Еще чуть-чуть, я с ней разберусь,
Ребята, смотрите. Она вся, она вся красная. Опля. А я сзади подкрадусь к ней. Опля. Бабу. Классно. Победа. И никакие свинки нам не страшны. Ой, бедная свинка. Так, поползли. У них какие-то грибешочки, грибочки. И все их больше становится. Ух ты, а вот какие-то желтые пчелы. Так, зелененькие вот эти. Опа, вы видели, ребята? У меня появилась сверхспособность. Молния. Здорово. Бум-бум-бум-бум-бум. И я теперь начал стрелять в два раза быстрее, чем до этого стрелял. Они не успевают даже ко мне подбираться. Ой-ой. Чуть не попали. Бум. Получите мой опасный заряд. Опля. Так, дальше, дальше, дальше стреляем. Как вас много. Хоть и по одному нападали. Защита у меня теперь стоит. Бум-бум. Бум-бум-бум-бум. Стреляем, стреляем, стреляем. Опа, как я вас облетел. Вот так вот получите. Молния сработала отлично. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Грибочки получите, грибочки. Стреляем. Ух ты, какие желтые капитошки. Сколько же вас монстров, откуда же вы беретесь? Я же вам ничего плохого не сделал. Я обычный вампир. Летаю себе по ночам. Ух, как вас много. Они устроили охоту на меня. Ну вот теперь сами попали же в свою ловушку. Меня, ребята, не так просто взять и расправиться со мной. Вообще со мной справиться очень сложно. Опля, бум, получите, получите. Я очень быстрый, я очень ловкий, я очень меткий. А эти монстры такие медлительные. Стреляем, стреляем, стреляем. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ух, как вас тут много. Собираем монетки. Так, лечу, 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 лечу. Ух ты, появились какие-то рогачи, ребята, посмотрите, красные. Ого, скорость, у них такая же скорость, как и у меня. Ничегошечки, вот это да, так, не буду их подпускать к себе. Ой-ой, ой-ой, как их много, и все больше и больше. Получите мой ужасный, мой молниеносный заряд. Получили? Ага, не ожидали. Бум! А теперь мой черепушку получите. Бум! Какой же я все-таки быстрый. Они не успевают до меня долетать, ребята. Здорово. Посмотрим, что там у них еще есть. Какие монстры в запасе получите. Фух. Ого, смотрите, какой-то страшный заяц. Мы с тобой разберемся. Ну попробуйте, конечно, попробуйте. Да, сейчас ты получишь. Ну, постарайтесь. Ух ты, ребята. Я еще не видел, чтобы зайцы летали. Вот это да. Смотрите, какой огромный зеленый заяц-монстр. Да, вот это да. Я думал, я тут просто такой маленький вампирчик. А тут зайцы, понимаешь ли, зеленый. Ого. Вот это он стреляет. Какие-то огромные зеленые шары. Так, надо быть осторожно. Получи. Получи, зеленый страшный заяц. Вот тебе моя молния. Посмотрите, какие рядом с ним пчелы он всех вызывает. И какие-то страшные капитошки глазастые. Бум. Я тебя сейчас съем. Попробуй, попробуй. Сейчас ты мне получишь. Ага, получил. Супер, победа. Ого. Вот это монстры. Я таких и не видал. Ребята, вы видели? Смотрите, какие огромные пчелы. Получи, получи. Так и хотят меня слопать. Вот вам мой молниеносный удар.
Какие получите, получите! Ой-ой-ой-ой-ой! Как вас много! Так-так-так, стреляем, стреляем, а вот и острые вот эти штуки летят! Стреляю, стреляю! Фух, я уже устал стрелять, а вы все нападаете! Получите, получите, и ты получи! И ты получи! Ползунки сейчас вы получите! На тебе, и тебе, и тебе! Вот вам! Вот вам! Круто! Ух, какой у меня классный молниеносный удар! Победа! Фу. Так, дальше продолжаю, продолжаю охотиться на этих ужасных. Если честно, ребята, я даже не пойму, кто на кого охотится. Они на меня охотятся прям вообще сразу по 100. По 100 штук на меня нападают. Стреляю, стреляю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Бум. Ага, не можете попасть, не можете. Не попал, не попал. Ой-ой-ой. Ой, а вон и пчела. На тебе. На тебе! Так, ой, не долетела. Фух, классно. Ой, я уже устал. Ой, хоть бы передохну чуть-чуть. Когда же я передохну? Ой-ой, победа! Здорово. Ребята, если вам нравится эта игрулька, поставьте палец вверх. Ой-о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 й. Фух, сейчас я этих достреляю. Кстати, ребята, продолжение этой игры в следующей серии. Фух, вы были на канале Мультипульти. Подписывайтесь, ставьте лайки и все такое.